Всем приветики, с вами снова я, и сегодня у меня покупочки из магазина Fix Price. Сейчас я по очереди буду доставать каждую покупочку и показывать вам. Теперь у меня идет вот такой вот сосуд для соусов и масла, уксуса, с дозатором. Нажать, я думаю, надеюсь, будет выходить отсюда содержимое. Правда, сама ни разу таким не пользовалась, но попробую. Вот это еще у меня идут пакеты для продуктов. Тут 100 штук, размер 26x40, в рулоне. Ну, пакеты я брала уже в магазине Fix Price, довольно-таки неплохие. Ну, конечно, наверное, найти дешевле. Дальше у меня идут вот такие вот фужеры. Покажу вам один, у меня их два. Я их взяла для декорирования. Когда буду делать, обязательно засниму видео. Дальше у меня идут трафареты для французского маникюра. Неудобно снимать и показывать одной и той же рукой, конечно. Ну ладно. Вот такие вот они, трафаретики тут. Маникюр на любой вкус. Тут 60 штук. Вот, по 20 штук каждого вида. Дальше у меня идут набор шариковых ручек. 8 штук. Их я и купила для мамы. Так как вечно у них ручки теряются. Неизвестно, в каком направлении находятся. То заканчиваются, то ломаются. Отдам, пусть пользуются. У меня включился холодильник. Дальше у меня идут клещи для снятия изоляции. Вот такие вот. Надеюсь, они неплохие. На пару раз хотя бы хватит. Как проверялось ранее, инструменты с магазина Fix Price оставляют желать лучшего. Последним у меня идут вот такие вот трусики. Тоже довольно-таки неплохие. Тут хлопок. Сзади кружево. Хочу сказать одно, они не очень хорошо тянутся. Моя сестренка себе точно такие же брала и сказала, что тянутся они не так сильно, как вот обычно, если покупать в другом магазине. И еще, сейчас у них появилась система скидок. Я вот такую вот карточку приобрела себе. Она стоит 50 рублей, но за покупку мне начислили 55 баллов. То есть, в принципе, цену карты вернули. Вот все мои покупочки с магазина Fix Price на сегодняшний день. На этом у меня все. Кому понравилось мое видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Если появятся какие-либо вопросы, пишите в комментариях. Извиняюсь за шумящий холодильник. Всем пока!